Ребят, привет всем! Жек Херсон, Джека Инквизишн, он же Жека Молчанов, он же Жека Лесоруб, побежал добывать. Уже и переплавливать начал, да? Поставили печку для переплавки металла, два спальника, к которых можно прилечь, если что. Сундук и костер. Так. Что тут у нас? Металл переплавляется уже. Что-то она выкинулась. Открыть. Мясо пожарилось. Я закину новое. Надо еще тогда. Вот так вот закинем мяска. Давайте, ребят. Сюда. Наставили рядом. Тут, конечно, жестко. Теперь пока месь активируешь. Во. Есть. Ребят, как вы помните, в первой части поставили фундамент, опоры. В этой части будем достраивать. Так, что нам нужно? Нам нужны деревянные стены. Жек, ты там поаккуратней с волками. Ладно, ладно, не буду истогать вид. 4-2. Надо доски. Надо очень много досок. Прям очень-очень много досок. А я могу только сделать 5, представляешь? И 2 было 7. А на стенку у нас надо 4. Жуть. Да, прям кошмар. Поэтому, ребят, 3. Давайте вот здесь поставим. Чё, почему бы и нет? Первая стена готова. Ну, если что, будем за нее прятаться. Так, спрятал. Так, срубы вижу, и срубов много. По дороге то ты гоняешь, да? Где-то. Возле дороги. Я сейчас перехожу. Пришел, точнее, уже. Угу. Окей, я пока порублю срубы. Киркой это вообще собирать 3 удара и все, и сруба нету. Просто одно удовольствие. Она обязательно кирку будет сделать. Бля. Волк сожрал. Не, не сожрал. Прям на меня, даже не успел укусить. Чертов волк. Как вы видите, волк не может сюда встать. Поэтому не судьба волку. Так. Жека, где у нас будет дверь, кстати? Да как-то вообще, все равно честно скажу. Я понял, окей. Договорились. Так, для постройки. О, солнышко выходит, хорош. На первом этаже вообще не строим эти самые, да? Окна. Не-не-не-не-не. Стена есть. Так. Окей. Троечка сюда. Закрываем. Еще. Ну, я не знаю, дверь у нас будет как где-то вот здесь, допустим. Вот здесь. Нет. Лучше вот здесь уже. Вход пусть будет со стороны поляны. Только что-то она перевернулась у меня. Во. Вот так. Все. Посмотрим, что там у нас переплавилось в печи.
Откроем. Фрагменты есть. Сера есть. Уголь есть. В принципе, все. Зачем палить? Тут у нас вон надо переплавлять. Жек, ну у нас уже 136 металла. Сейчас на металлический топор сделан. Либо оружие себе сделай. Ну ты ж там бегаешь, беспределишь, тебе пистолет бы не помешал. Ну да. Сейчас возвращаться буду. Давай, давай. Я еще тут подрублю чуть-чуть. А ну как-то вдвоем повеселее строить, чем одному было бы. Да, чем больше людей. Так что, ребят, если хотите, присоединяйтесь, там пишите ники с вашей стимовские ники, у кого есть Rust лицензия, она там недорогая, я вам скажу. Вы больше пропиваете за неделю. И проедаете. И присоединяйтесь к нам. Мы вам дадим топоры и покажем, где дерево рубать. Где дерево рубить, да? Да. Джека там, наверное, насобирал очень много. Тебе надо было тогда кирку отдать мою, раз ты рванул. 525. Древесина. Сколько? 525. У меня где-то будет 400 сейчас. Нормально. Нарубим сейчас. Есть. Ну я думаю, мы закончим сейчас первый этаж. Сегодня. Угу, должны. Когда там выходит вот эта игра от создателей кризиса про Рим? Sun of Rome называется. Вроде бы обещали в конце месяца. А я еще, знаешь, какую жду по Властелину колец. Мне просто очень нравится вселенная эта. Да, вообще классно. Shadow of Mordor называется. 30 сентября выйдет. По-моему, ее на неделю перенесли, ну посмотрим. Ее на неделю перенесли на, ну, в смысле, назад. В смысле, пораньше. Ай, она вообще четенько, класс. Она в октябре должна была выйти. Да. Принесли на сентябрь в итоге. Так это осталось совсем чуть-чуть. Угу. Неделя. Даже меньше. Так, и что там, где? В коробке. Понятненько. Я так и думал. Конечно. Конечно. Безусловно. Не исключено. Так, я только проверял, да? Мясо тоже в коробке, если чё. Угу. О, сколько древесины. Да, я тебе говорю, это очень жирная поляна. Так, создаем, ребята, доски. Ну так-то вторая серия будет строительство одно. Мы даже с этой поляны, с поляны уходить не будем. Я вам объясню почему. Мы сейчас строим хоть какое-то
преграда хоть какую-то. Преграда, чтобы можно было складывать свои вещи, понимаете? Во-первых, нам нужна металлическая дверь, это раз, да, Жек? Угу, обязательно. Армор, тулс. Так, доски. Все, доски есть. Теперь строим стены. Я думаю, 10 хватит. Ну, если что, добавим. И расставляем по периметру первого этажа. Вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, да, не хватило одной, представляете? Ну вот наша первая, так сказать, халупа. Хатынка. Одну еще. Так, и нам нужно штук 10, давайте сделаем, да? А еще древесина. Вот это Жека, ты какой-то друже бабер. Все, готово. Теперь нам нужно поставить фундамент, чтобы можно было делать крышу. Поэтому делаем раз, два, так, три. 4, 5, 6. Окей. И что еще? Так. Опять притаскал. Молодец, Жек, молодец, конечно. Тут спору нет. 29. Жек, ты поставишь это самое? Что? Сейчас, подожди. Я просто не знаю, как правильно лестницу поставить и где. Ты думаешь, я что ли знаю? Да, 100% ты должен знать. Ну, ну да ладно. Четверка у нас идет. Раз, потолок. Два. Три. Четыре. Ну так-то уже есть. Где переночевать? А ты себе нормально положил этот самый спальник возле печи? Не боишься, да, что? Буду сидеть, греться. Ну это правильно, конечно. Что? Что сказать? Угу. Так, металлическая дверь, не помнишь почем? 250 вроде. Да. Она в разделе повыше, я так понял. Metal Door должно быть, вот. Ну у нас же нету станка с инструментами. А, еще это строить, ё-моё. Да. А тебя там волки гоняют. Беги сюда. Не волки гоняют. Медведи? Да. Ну, тоже неплохо, я так понял. Все, стрелы кончились. Сейчас добью. Слышь, ты, наверное, делай себе оружие какое-то. Да, на, стой. А, что, где? Вот. Так тебе будет полегче собираться. Можешь дерево отдать, какое есть. На. Все, гасай, беспредельщик медвежий. Так, покажу со стороны, как выглядит наша лачуга. Ну, вернее, первый этаж нашей лачуги.
Такой барак получился. Чё страшный склад, блин. Да, склад. Ни окон, ни дверей. Не, одна дверь есть. Посмотрим. Для первого этажа нормально. Так, тут вход у нас. Давайте поставим. Нам нужно срочно. Прям вот срочно, присрочно. Кровать, то понятно. Вот. Камней 12 и low grade fuel 6. Нифига себе. Ну это есть у нас. А куда делось лоу? А, его нужно с жира делать, я так помню. Сейчас строим, ребят, для крафта у нас станок должен быть. 6 нужно low grade fuel. 2. Ткань надо. У нас, в принципе, все есть для этого. Для создания 6. Есть. Теперь создаем. Ремонтный же, да? Или не repair bench? Для постройки металлической двери. Опять медведь его гонит. А, так... Warbench нужен, ребят. Я вам чуть-чуть. Опа-на! Что? Меня заглючило, короче, и меня сожрали в итоге. Твою налево, бывает. Ну ты ж на спальнике появишься. Должен. Так. На что там нажимать? Надо респавн или ниже? Не помню. Подожди, подожди, какой, что там есть? Почитай мне надпись. А, первый респавн, а трое от камп. На лагере, тебе нужно в лагере. Твою мать, медведь. Как ты? Как я мог промахнуться? Все, Жек, у меня кровотечение, Жек. Сейчас. На, все, вот. Отлично. Подберешь, да, там свое барахлишко? Фух, думал, все. Я вообще-то делал дверь. Смотрю, ты бежишь, а за тобой бежит медведь. И потом... В итоге вот это, да? Да, workbench. На workbench вообще надо камень, да не... Туда-сюда, да ничего, как говорится. Сейчас где-то поставим его здесь. В уголку. Вот здесь. И делаем металлическую дверь. Металлическую дверь, вот. Металл есть. Жек, я устанавливаю дверь нам. Угу. Ого, что так, что происходит вообще? Все. Отлично. Так. Change lock. Пароль будет 1, 2, 3, 4, 5. Не 1, 2, 3, 4 пусть будет. Очень сложный пароль. Ребят, никому только не говорите, а то придут, нас обворуют еще. Чё-то не такое чувство, что нас все равно обворуют. Ну, не исключено. Так, мне надо поставить... лестницу на второй этаж. Жек, это ты там шурудишь? Mm-hmm. Это хорошо. Лестница на второй этаж делается с досок, поэтому нам нужно сделать доски. Так где эти доски? Чё я вечно... Вот тут неудобное меню. Это жесть. Во втором расте будет получше. 100%. 20. А может типа еще анимацию какую-то добавляли, нет? Да, да. Да там много чего...
Мне даже сегодня тип давала одевать на ноги там вот эти резиновые новые одежки. Так, ступеньки есть. Как же их разместить-то по-правильному? Единица. Так, какой пароль? 1, 2, 3, 4. Очень сложный пароль. Не понял, почему. Ну ладно, я вводил вроде бы. Так, на вот. Давай, давай. Ну, лестница, наверное, посередине. Ну да ладно. Кто посередине? Лестница? Да, лестницу. Ну, ладно. Следующую лестницу поставим посередине. Ты там расправляйся с этим, с металлом тоже переплавляй туда-сюда. Еще 75 лесенки. Окей, подниму. Есть. Так. Надо потолок доделать. Обязательно. Дел, короче. Есть чем заниматься. Ладно, давайте сначала сделаем доски. Это самое отвратительное меню вообще. Хуже, наверное, я не знаю, где только. Крафт, крафт, крафт. Так, теперь нам нужно потолок доделать. Вот. 6 сделаем для начала. И нужно сделать опоры. Десятки, я уверен, что хватит. Так, давайте с потолком разберемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально уже намутил себе всякой Талибан. Так. Опоры второго этажа. Жек, на втором что, тоже не делаем эти самые Чем делать? окна? На Окна. втором? Лучше уж на третьем тогда уж. Ну ладно, окей. Ну, так как-то так. Пойду на... Тут не Можешь сделать хватит. такую маленькую, ну вот, типа коробки, вот здесь. Чтобы первый этаж был закрыт полностью. Не понял, что ты хочешь. Что сделать? Ну, еще одну точку в пору, ну, поставить, и это. А, Стенку понял. закрыть. Сейчас я понял, к чему ты ведешь. Угу. А нам тут еще строить и строить. А ты весь, да, вырубил там все? Ага. Сейчас, наверное, на другую пойду. Ты, наверное, уже ж темнеть будет скоро. Не? Нет, сейчас тепло, в принципе. 2 потолка давайте. Хватит? Ну все, дерево кончается, мама не горюй. Аж бегом. Так, дамы и господа. Все, нету больше. Покажу вам, что получается со стороны. Со стороны выходит вот что. Двухэтажный сарай. Сарай двухэтажный. Нормально выходит. Третий этаж будет с окнами. А вон оно появляется, сруб появляется. Я пойду тоже пособираю чуть-чуть. Тут дверь металлическая. Так, все четенько, все красивенько, все как и надо. Спокойно, не спеша. Жек, ты себе сделай пистолет. Сейчас. Там металла вроде хватает же у тебя.
Надо животных еще поубивать. 61. Попробую, может, медведь не заметит меня. Я так тихонечко. Дубая какая-то древесина, да, может, медведь не заметит. Не-не, тут он как бы от меня отвернулся. И поросенок ходит. Поросенок, то ничего страшного. А вот медведь, там разговор короткий. Можно, конечно, потом сказать, что заглючило там туда-сюда. Да, да. Ну ты понимаешь, о чем я. Так, сколько я? 200 насобирал, нормально. Там еще было, но там вроде возле нее кто-то был, поэтому надо быть аккуратно. Вон, вон. Там ходит мишка. И вон еще сруб. Отлично. Нормально, сейчас понасобираем перед ночью. Ночью будет из чего и что покрафтить. Ну так-то не сильно наша видно баррикада. Сдалека, пока. Но хоть новичок не грабит. Что? Новичок хотя бы не грабит. Ну да. Я думал, тебя грабят. Ты зачем меня так пугаешь? Ну там медведь напал. Не. Волк напал. Еще один медведь напал. Серьезно? Да. Ты вообще там пати устроил с животными. Жек, ты это прекращай. Хорошо. Убегаю уже. Давай, давай. Что там, кстати, случилось с Twitch каналом? Ой, что-то я сам все уже вообще без понятия. Просто один этот... рассказывал парень, что там украл или что, я так да, и не. Да, да, был где. Украл канал, короче, и все. Так кто это сделал? Гагарин. Я просто даже не знаю его. А знаешь, что он вместо этого канала сейчас что делает? Что? Наговаривает на украинцев. А, да ну что? Пусть наговаривают. Понимаешь, Жек, вот ты, допустим, идешь по улице, никого не трогаешь, а на тебя собака лает. Ну лает и лает, что ты сделаешь? Пусть наговаривают на кого хочешь, мне его мнение абсолютно без это самое. Но он там типа целую систему, блин, показывает, все такое. Там можно рассказывать все, что угодно. Конечно ж, ему с Россией виднее, что происходит у нас в Украине, правильно? Да. Он может рассказывать и показывать все, что угодно. Обидно, конечно, что такие есть люди. Ну что сделаешь? Ну вот сразу с пистолетом, да, давай, стреляй в меня, это потому что я украинец, да? Мимо. Мимо. Да нет, попал. Попал, что-то не ранило. Так, ладно. Интересно. Пулевое ранение отвлекло меня, чем я занимался? Я бы с ним подискутировал в скайпе с удовольствием.
Да с ним многие хотели поговорить бы. Не, не то чтобы дать пиздюлей ему, а именно поговорить, вот просто почему он так думает, и он бы сказал свое мнение, я бы ему сказал свое. Хотя, понимаешь, тут, как говорится, с дураком спорить, дураком быть. Умный человек никогда не спорит с дураком. Ну ладно. Отвлеклись от игры. А каналы воровать это плохо. Очень. Очень при том. Так, троечка. Пум-пурум-пум-пурум. Второй этаж заканчивается. Беззаконный второй этаж. Сруб прямо возле дома, представляешь? Вообще. Упс. Жек. А? Я тут нечаянно. Ты, ну, ты ладно, пусть так будет. Ты главное это не застраивай. Да, да. Так получилось. На. Давай. Там он сруб прямо вот здесь, смотри. Так, ребят, ну вот второй этаж нашего барака. Жека сказал, что на третьем разрешит ставить окна, это уже хорошо. Четвертый, пятый этаж посмотрим. Ну очень много, много, прям много-много этажное будет здание. И увидите в следующих видео, когда Валера особенно присоединится к нам. Прям перед Жекой взял закрыть. Когда Валера присоединится, оно преобразуется. Я вам обещаю. Так, тем временем 400. Для чего мы это все делаем? Я вам объясню. Все вещи, которые мы можем находить, будем находить, надо куда-то складировать. Складировать надо в ящики. Ящики нужно строить в доме, чтобы люди, которые не хотят работать, вот как мы вкалываем, как проклятые, строим, собираем. Они просто приходят, убивают вас или грабят ваши дома, забирают все просто. Поэтому, чем лучше вы построите свой домик? Да, чем лучше вы построите. Я просто смотрю, что не это самое не достроилось. 9. Чем лучше построите вы свой домик, тем сохранится ваши вещи, которые вы насобирали. Все, что нажито непосильным трудом. Два магнитофона, пиджак замшевый и так далее. Надо заканчивать. Раз, два, три. Три стены осталось. Раз, два. Две этих самых. Две опоры, три стены и одна дверная. Две опоры. Есть. Три стены. Есть. Один дверной проем. Все, в принципе, готово. Так, троечка. Дверной проем. Есть. Шестерка опора. Раз, два, есть. Стена. Раз, два. Отлично. Теперь делаем опоры еще. Опоры, чик. Я думаю, 7 с головой должно хватить. Тройка, чик, есть. Ставим раз, два, три, четыре, пять. Ну, все, отлично. Еще осталось две. А поставим где-то вот здесь. Раз, два. Нормально, Женек. Что я тебе могу сказать? Что, металлическое дверь осталось только, и все?
На этом все. Да. Дверь поставишь ты? Да лучше, чтобы один поставил. Я понял. А где металл у нас? В ящике или в печке? Металл и в ящике, и в печке. Ничего себе, и кровь даже у нас там же. Свежая. Еще тёплая. Свежая. Так уже б кровянку делал тогда, Жек. Ой. Чё ты с кровянкой ты? Так, на дверь должно хватить. Как ты считаешь? Ну вот здесь ее и ставим, да? Вот. Где у нас факел? Вот здесь. Так, крафт. Металлическая дверь у нас крафтится только возле станка, кстати. Одно из требований металлических дверей. Так, есть. Металлическая дверь готова. Шестерка. Надо только... А, нет, все нормально. Есть. Пароль тот же самый. 1, 2, 3, 4, окей. Так, ребят, чтобы пароль никому не рассказывали. Теперь смотрите, даже если кто-то проберется на третий этаж любыми способами, им нужно будет еще разрушать дверь, по крайней мере, или стену. И тогда он сможет спуститься. Но у нас так-то нечего пока мисс воровать. Мы все ресурсы тратили на постройку здания. Это главное. Чтобы не собирать, не складывать в ящики, а сначала сделать оборонительные такие редуты. Оборонительные сохранения жизни вашей и вашего лута. Давайте продолжим в следующем видео. Женек, попрощайся, пожалуйста, со всеми. Ребят, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если хотите больше видео со мной и Жекой, пишите ваши комментарии или можете присоединяться к нам в игре Rust. Всем пока.